С корабля на бал или с трапа самолета на арену очередного сражения, но уже в рамках Суперлиги. Соперник казанского «Зенита» – «Динамо» Краснодар. Команда находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата, и в этом сезоне она готова составить конкуренцию закоренелым лидерам. Первой же подачи в сетку Андерсон позволяет гостям взять преимущество, но динамовцы отвечают той же ошибкой, и команды продолжают играть на равных. Кубанцы хорошо держат прием и блок, но счет 6-7 можно назвать последним успехом динамовцев. На подачах Андерсона, в том числе двух его эйсах, «Зенит» уходит далеко вперед и держит отрыв плюс 6. Счет 16-9 сломил соперника, и исход матча уже предрешен. Гости пытаются оказать сопротивление и даже сокращают разрыв до минимума, но партия заканчивается не в их пользу. Тот блок, который нам сегодня поставили, конечно, не ждали, что ли, не знаю, не готовились. Но сегодня нам только в первой партии 10 блоков поставили. Проигрывать по 5-6 очков, дальше уже догнать, ну, очень тяжело. Начало второй партии и 5-1 на табло. «Зенит» не дает «Штокру» реализовывать атаки и не спускает оборотов. А «Динамо» ко второму техническому перерыву вновь на 6 очков позади. Комфортный задел позволяет казанцам даже совершать ошибки без особого ущерба для счета. 25-17 и овации болельщиков. Основной забойщик «Штокр», мы его закрыли полностью. У него и не пошла, и после этого и подача. Вот. После этого, конечно, некем ему было заменить. Мне кажется, это ключевой был момент в игре. Закрыли «Штокра». Другой динамовец, он же экс-зенитовец Юрий Бережко, который активно говорил о «Зените» в прессе перед матчем, показать себя в нем так и не сумел. А после второго сета и вовсе выбыл из игры. Третья партия идет по сценарию второй, однако неожиданно Краснодар подбирается опасно близко к казанцам. Сиважелис ошибается на табло 12-11, блокирующий кубанцев Чаус, а затем диагональный «Земчонок» добивает до пола 17-16. Но усилиями хозяев площадки этот счет превращается в 21-16, а затем в 25-19. «Зенит» одерживает неоспоримую победу в матче и сохраняет лидерство в турнире. Ожидал более упорной борьбы. К сожалению, получилось так, что не удалось выдержать прием. Команда играла совсем по-другому, нежели она могла играть с хорошего приема. Волейбол – это волейбол, да, действительно команда соперника играет на хорошем уровне, плюс мы их провалили подачу. Когда мы концентрированы, когда играем как команда, как играем агрессивно, для меня не важно, кто находится там. Потому что если мы играем так, как играли сейчас, я спокоен. 21 января. «Зенит-Казань» на своей площадке принимает «Берлин». Обязательно приходите на игру, ведь она обещает быть очень жаркой.